Цими вихідними у Білгородністровському відбудеться благодійний концерт підтримку маленького карманця. Організатори запрошують городян, не залишайтесь осторонь. Уважаємо жителі міста Білгородністровського, Білгородністровського району, ми хочемо вас пригласити на благотворительний концерт, який состоїться 16 марта, в цю суботу, в 11 часов дня в парку Міра. Благотворительный концерт проводит благотворительная организация «Благотворительный фонд возрождения и развития города Белгород-Днестровска» с участием, и, как всегда, Валерий Цуркан, заслуженный деятель культуры Польши и Украины, и финалистка «Голоса Краины» Екатерина Маргарян. Просим всех, приходите, будет проводиться сбор средств в помощь ребенку, больному ДЦП, фамилию мы называть не будем. Концерт будет очень интересный, обширная программа, хорошие выступления. Очень просим всех прийти на концерт и поддержать ребенка.